сюда заезжает человек, вот дальше он вывешивается здесь, сначала вывешивается, а потом вот эти ортезы уже подводятся к нему, и потом уже все это закрепляется, подбирается индивидуально, соответственно. Пока на этом аппарате тренируются только врачи. Сложную инструкцию необходимо изучить досконально. Только после этого на беговую дорожку сможет встать первый пациент. Локомат – уникальный тренажер, который позволяет в разы ускорить восстановление двигательной функции человека. В России всего 6 таких аппаратов. В Вологде он первый, и аналогов ему пока нет. Отсюда и такое внимание к новинке. Оборудование, конечно, уникальное, импортное, наша медицинская промышленность такое оборудование делает. Локомат здесь только маленькая часть всех инноваций. В реабилитационном центре Говорова, единственном на северо-западе, будет применяться опыт лучших зарубежных клиник. Например, вот этот компьютер в игровой форме поможет пациентам разработать моторику рук. А комната для релаксации «Нирвана», пока единственная в мире, была разработана психологами специально для детей с диагнозом ДЦП. Наш реабилитационный центр Говорова создавался для реабилитации и восстановительного лечения пациентов с патологией нервной системы, с патологией ортопедической, с патологией костно-мышечной системы и соединительной ткани, для пациентов с последствиями нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм. Восстановительное лечение людей с ограниченными возможностями – отличительная особенность этого центра. Но сюда могут прийти и те, кто просто заботится о своем здоровье. Здесь же не только больные будут. Это и профилактический центр одновременно. К тому же в ближайшее время в центре планируется разработать систему скидок для пенсионеров. Такую идею директору клиники предложили городские депутаты. Это будут очень демократичные цены, то есть те цены, которые есть по городу, мы их специально узнавали, те цены, которые там есть в Москве и Питере, мы их сразу разделили несколько раз, и здесь будут достаточно демократичные и приемлемые услуги. И уже совсем скоро в этом смогут убедиться все желающие. Торжественное открытие нового реабилитационного центра запланировано на 23 апреля. Екатерина Щукина, Алексей Романов, Новости Вологды.